Дело главврача дома ребенка в Одесской области, которого подозревали в совращении, сексуальном насилии малолетних воспитанников, передали в суд. Во время следствия выяснилось, что 59-летний главврач Измаильского специализированного дома ребенка больше 2 лет развращал юных воспитанников. Первой в полицию обратилась медсестра учреждения. Женщина рассказала, что поведение директора давно вызывало подозрения у коллектива. В доме ребенка проживают 103 воспитанника в возрасте до 7 лет, но к себе в кабинет руководитель забирал 2 девочек 6 и 7 лет. По словам медсестры, он возвращал девочек обычно к 12 часам ночи. За 3 прошедших месяца эксперты провели многочисленные экспертизы. Именно их результаты стали основой для сообщения о подозрении главврачу. Сам директор утверждает, что его оклеветали.